Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, Виктор Костяныч, Енисей, баркас наш. Классная погода, прям истреблять щуку. Позже маленько. Паут прилетел, не успели газ сбросить. Подожди, вдоль берега пройдем, посмотрим. Туда до травки вдоль берега пройдем. Однозначно. Мутная вода. Да не особо, нормально, вон видно дно. Вон щуку вижу, ага, одна стоит, вон она. В берег носом уткнулась. Так, что мы в него, наверное, заедем, шугнем ее, да? Вот тут она должна стоять в траве, вот в этой. Вон рыба сплавилась. Что-то будто это, окунь. Вот она, вон они пошли. Две видал. Видишь, трава снизу должна прятаться, она тут. Все, начнем, Витя. Начнем с вертушек. У тебя что ты прицепил? Не зацепляйку. Вот эту вот траву ей прокидывай. Вон, видишь, которая торчит. Какая-то маленькая рыбешка хватала. А! Что-то даже не разглядел, ящик, что ли. Кто-то летает, он рыбачит. Видимо, тоже. Да елки-палки, что-то да, там что-то это. Берут, но плохо. И кто, не пойму. Явно не щуки. Ясь! Вот кто там плюхается. Язёк. Тихо. Thank you.
Опа! Блин, за кусты затащила. Ё-моё! Витя, я одну припарковал. Ох, нифига, глотануло. Стой. Такая к трешечке, наверное. Да? Да не идет он нифига, что тут просто подошел, понюхал. Сейчас поедем в курилку контач. Оп. Прям это. Шлепнула ведь блесна и тут же бац. Щучка. Под саку. Надо. Блин, мотор еще не поднят. Где подсака? В краешку сидит совсем. Эть, Витя, зацепилась за край подсака. Глубже надо всегда его ставить сразу. Больше. Ну что, наверное, насквозь как-то где-то. Интересно, как блесна. Глубина там с крови, если что. Блесна в подсаке, а щука снаружи. Интересно, дырки нет у нас. Ага, точно дырка. Подсак штопать надо. Кто там у тебя? Не знаю, шкурный. Крупняк? А, нет, ясь. Ясь? Окунь? Нет, ясь. Ясь. Поднимешь? Ясь. Через ноздрю. Окунь. Фига заглотил. А, стой. Да, сейчас щипчики возьму. Прям глотанул не на шутку. Вообще. Поймал, да? Хороший таймень. Деревянный. Тебя притягиваешь, да? Видишь, притягиваешься. По ветру же. А, Витя! Мотор! Что, запутал его уже, что ли? Нет? Вышло. У меня блесна эта. Травы нахватало, и она прям с травой взяла. Вон, видишь, трава торчит.
Не, небольшая. Полторушка. Смотри, что. Щука? Угу. Блин, у меня это. Что, она у тебя прямо лодки взяла, что ли? Говорю, у лодки. В кусты тащит, блин, собака зеленая. Зацепила за кусты, Витя. Сейчас сойдет. В куст вбабахалась. Сошла, да? Не знаю, не вижу, не дергается. Я тебе говорю, на дне, по-моему, на дно зацепило куда-то. Вот собака, а? Замотала там как-то где-то. Не вижу блесну далеко. Не вижу блесну, под самые корни где-то зацепило. Придется, наверное, того рвать. Опа. Все, одной конец. Одной блесне конец. Выход обалденный. Давай прям. Она промазала прям вообще. Да. Мазнула. Но вышла, она, конечно, хорошая и хорошо. Да, выход красивый был. Блин, ветром прижимает. Тут опять в кустах, смотри, что-то булькнуло. Вон волна выходит. Ага. Сучка? Что у тебя фрикцион не отрабатывает? Небольшая? Лотанула она жестко. Да ты что? И что ты ее не забираешь? Опа, поклевка. О, есть какой-то. Ну тут стайка. Тирекс. Стайка чего-то стоит. Ясь. Ёзь. Стайка какой-то рыбы. О, зажевал. Хорошо взял. Да? Смотри. За глаз. О, тяпает по дороге. Прилип кто-то. Окунь, слушай, это. Хорошенький такой. Нет, средненький такой. Среднячок. Трех. У тебя с первого заброса взял? Нет, шел дорогой, что-то пикал, стучал. Потом прицепился, и то не это не впасть прицепился. Сбоку как-то. Ну, друзья, маленько чайки есть. Может, катится малек и вышел окунь. К ручью. Ловит, да? Так, нам надо где-то припарковаться, пристегнуть лодку. Есть чайка маленькая. А это мартышки летают, да? Больших чаек только три. Обычно. Они ловят что-то с ручья, вон выкатилось что-то. Плюхается. Ага. Съело. Обычно, когда хорошо катится, то тут чайки вообще море. А, ну видишь,
особо не видно, чтобы так сильно качать. Может, сейчас эту свою трофейную щуку достанешь. Она тебе, походу, вон в эту корягу тут раз зацепила. Сейчас вот посмотрим. К этой коряге мы сейчас и привяжемся. Коряга нам спасет жизнь. Твою резинку вымыла, наверное, уже давно. Да, конечно. Давай, на мешочок, кто первый вылазит. Знаете, щука должна быть здесь, если малек крупный. Блин, вот это жижаба меня вообще не прикалывает. А тебе что, затягивает? Конечно, у меня проваливаюсь. Вон орел улетел. Мы тут раз вон где ходили-то. Под яром. Воды много упало, слушай. Но еще недостаточно нифига. А, блин. О, окунь. Окунь. Да, малек идет. Идет? Немного еще идет, но идет. Понеслась. Опа. Ну, тут рыба, слушай, у нас грязнючая будет. Все, взял? Ага, я вижу, у меня тоже. У тебя почти с руль. Вот его в курье и нету окуня. К ручьям ушел, видать, малек. Подогрело малька в озере. Жарой. Все, он катиться начал. Тут 100% щука должна стоять тоже. Вон они, видите, они почему-то за ручьем стоят. Маленький вообще прицепился. Гигант. Да. Живец. Давай поставим. Ну, хочешь, занимайся. Хочешь, занимайся. Я не хочу в лодку идти. Глина. Этот, наверное, с ручья и скатился. Что, поклевка? Уберу. А, нет, поклевка отжали ему голову. Вот он под залавочком стоит. Надо нам все-таки лодку сюда парковать. Можно было рыбу в садок ложить. Сейчас с мешка убегать будет. Подвешать не на что. Че? Ой, о, щука. Щука! Щука! Хорошая! Хорошая! Витя, тебе ее надо как-то отпустить вниз. И чтоб ее сюда привезти. Ручей ты не перейдешь. Спиннингом качай. Ох, слушай, хорошая. Да я вижу. Блин, я к берегу-то подойти не смогу. Прям крокодилка. О. Давай, давай, мучай ее, мучай. Коряги только постарайся не пустить. Тоже, вот, об этом. Блин, же сидит вообще еле-еле. Палку аккуратно. Я же не берусь за палку. Блин, ты же туда не зайдешь. Давай. Рулетка? А? Взял. О,
Ну это, слушай, за 5 кило. Крокобос. Килограмм 6, наверное. Щипцы опять в лодке оставили. Слушай, хороша. Пфф, душа. Прям под яром, блядь. Опа. С руль? О, хороший. Кажи дубина. Блин. А-а-а! Смотри, что, ё-моё! Блин. Засыпал нафиг. Песком. Сапоги. Че, окунь стоит, малька караулит. Щука стоит, окуня караулит. Пищевая цепочка. Ну да. Мы стоим, и то, и другое караулим. Самый занятный питательный. Странно, окуня под ручьем нету. Почему так? Почему он? Звери сожрались. Ага. Почему он с той стороны? Вот она! Блин! Крокобасина. Прям под корягой взяла. Тебе что-то адреналин уже жахнул. Ага, что-то меня прям подкинуло, подбросило. Выплеск, но... Не ожидал, что она тут у берега бабахнет. Я тут что-то это... Некрасиво. О, окунь. Ага. Окунь-то понятно, что там есть. Окуня мы наловим. Мы знаем, что тут щука есть. Тебе что-нибудь принести из снасти? Из снасти? О, вон опять. Мне ничего, у меня... Это щука была. У меня джиг с собой есть. Щипцы? Щипцы возьми. Да ёлки-палки. Я понял, почему окунь там стоит. Там он блесна малька к берегу, он выгоняет его, тьма просто. Ах ты, блин. Что тут по следам по медвежьим? Тут и есть. Ага. Витя! Да. Тут медведь прям хороший ходил. Да. Да. Недавно. Да давненько. До дождя. Ну прям неплохой. Лишь бы не пришел, рыбу у нас не отобрал. Че? Пищалка у меня не с собой. Синяк лежит.
Эге, малька хапают. Тоже джиголовку прицепить. Может, что покрупнее возьмет.